Всем привет, с вами Роман, и мы проходим Гарри Поттер и Дары Смерти, часть вторая. Тут нужно защищать Гермиону. Почти открыто! Ну, проходите, Рослан! Настоящие трудности впереди! Надо прикрыть Гермиону! Извините, конечно, что меня могут убивать. Тут же ничего не попишешь, я прохожу игру второй раз на максимальном уровне сложности, который мне дали. Так-то все не очень-то и сложно, но раз не убивают. Не часто, но убивают. Что не попишешь? Летсплей. Тут прошли с проблем. Наверняка. Хотя, по-моему, близко. Меня били там. Слышали? Куда сам убили? Кто-то здесь скипнул, по-моему. Бедняжка! Гермиона, этот бедняжка явно хочет нас сожрать! Пока у нас тут только маленький арсенал заклятий. Потом вот значит, мы можем отрицать доверие нашего детей. Вот эта фигня. Где-то я иной раз люблю. Правда. Извините. Бывает. Вот этого пулеметчика надо снимать. Он конкретно снимает. И в первую очередь их уничтожает, потому что они вас быстрее остальных. Ну проходите, Рослан! Настоящие трудности впереди! У нас такое заклятие тоже появится. В будущем это вопрос времени. Вот, наконец, я разобрался с управлением. В Assassin's Creed, блин, у меня проблема. Если бы не играл, конечно, то проблема возникла. Потому что управление кардинально разное. Подозрительно как-то. Мало того, так что тут еще что ждет нас внутри. Достаточно сложно будет. Откуда здесь весь этот дым? Прямо я эту тоже игру планирую пройти до конца. Гляну, что кончится. Это необычно. Я специально зашел в интернет сегодня. Глянул, есть ли прохождение. Нет. Есть на первой части только, а второй читаю, я и не нашел. Я плохо так искал вот этот прокоша, о котором я вам говорил. Тут достаточно ну тут нормально так, просто пройти. С ним вообще ничего не надо делать. Тут нужно колонна к колонне перебегать туда. Похоже, он слепой. И избегать огня. Ему это не помешает нас прикончить. Выбора нет. Надо сейчас обойти дракона и добраться до центра Покрова. Я пойду первым. Ждите здесь. Видите? Ладно, неплохо. Мы подождем. Ладно. Ладно. Будь осторожен, Гарри. Надеюсь, хоть крестра, что мы найдем. Берегись пламени! Да. Осторожно! Здесь уже. Гарри, ты его раздразнил. Да, меня сейчас убьют. Но я это все в момент скину. Я первый. Вы ждете, пока я пройду мимо дракона. По-моему, я нажимал. Берегись огня! Нет. А нет. Прячься за колонной, Гарри! Второй раз. Уже туда перешли.
Извините за такие корявые переходы. Извини. Потому что вот я он, в этом редакторе начинаю разбираться. Чаша Буффендуй! По Алдабе, конечно, проще было. Заклятие там озвучили. И пылающие руки. И там все файлы гораздо больше. Нас засыплет! Скорее! Гарри! Как достать чашу? Мечом! Как Гарри себе герой. Давай же! Гарри! Скорей! Сейчас он чуть-чуть не заберет. Будет здорово. Чаша! Все. Есть! Идем. Все, мы это все взяли, сейчас прикол будет. Принести в сейф. Вывести из него я не обещал. Книды нас предоставили. Вообще здорово, да. Ну, мы тоже... Всех уничтожили. Что же нам делать? И сейчас на этом дракоше... Не лошо! Вперед! Он прям задницы. Кол сел. Вообще ужас. В принципе, было достаточно круто. Красивая такая игра. Сущий ужас, но круто. Она проще. Первый, прыгаем в воду. Казалось, потому что первой там была такая миссия, что нужно убить эльфов каких-то. Волан-де-Морт. Я ее прошел, знает, что потом, мы ищем Крестражи. Игру вообще ты поддался забрал. Ему? И не сильно она понравилась. Гарри! Порой с этим не совладать. Поиграл да. И... Один Крестраж в Хогвартсе связан с Когтевраном. Нам нужно туда. Да, но... Снег теперь директор. Как туда попасть? Нам надо в Хогсмид. В Сладкое Королевство. Там есть тайный ход. Скоро уже август, конец каникул. К сожалению, они продолжаются вечно. К сожалению, великому сожалению. Блин, это практика еще в августе грёбаная. Все каникулы портит. Чудно снова оказаться в Хогсмиде. Все нормально, Гарри. Это ты вообще ужас. Сладкое королевство, а блин, в 8 утра вставать, как же неохота-то. Но здесь все мне очень просто. Что такое? Это воющий чар. Уничтожьте всех. Они знали, что мы придем. Говорится. Уходим. Остолбенись. Катай его. Стрелы идут. Они, в принципе, большого урона не могут Гарри Поттера нанести, но все равно они наносят. Если они защищаться, то они его убьют рано или поздно. В таком уровне сложности, скорее всего, они бьют его рано. Блин, до сих пор он не спадает. Сложный бой. Сайт где-то. А вчера я же потом обливался, это ужас, конечно. Чего задумали? Он здесь! Вперед! Ну, вот, да, сейчас, ребят, сегодня школа есть! Виля. Экспеллиармус. В этом заклятии оно, короче, снимает щит защиты врагов. Очень удобно, потому что через щит нельзя пробить. Да. Можно пробить бомбой. Ладно, Рон. Просто в деревне полно пожиратель. Взрываешься. Я уже не помню, как она называется. Волноваться ни о чем. И еще каким-то оружием. Снайперкой, да. Я бы так называть. Очень знаю, похоже, блин. Впечатление, куда они перенесли. Шутер. Как математика просто.
разгаре! Это, в принципе, такая серия, играть можно, во-первых, сюда эго пройти. Я не фанат серии, но интересно. Последняя часть, что же они придумали? Грех. Тут можно даже не вставать, прикрытие палиться. Куда направляешься? Это пальба, но не точно. Если враг рядом, то можно так, а так нет. Не получится. Ну вот, мы последний. Идем. Я уже не выдержал, побежал прям. Да нет, стой. Нельзя здесь зависать. Эти воющие чары, наверное, разбудили всю округу. Экспириарнс! Гермиона там колдует. Алхамора. Ой, заклятие прикольное. Эх, хорошо бы сейчас зайти в три метлы и хлебнуть. Сегодня на ютубе посмотрел. Перестань, да, Рон. Нашел прохождение игры Гарри Поттер и Философский камень. И увидел, какая разница в графике, где Философский камень. Ну вот. Там мне, по-моему, убили. Нужно идти. А нет, там загрузка. Извините, там меня не убили, там загрузка была. Да, там загрузка просто была. Загрузки, как вы знаете, они длинные. Можно так, из угла стрелять. Прелесть, конечно. Думаешь, в Хогвартсе безопасно? Например, можно оценить графику GTA San Andreas и GTA 4. Это вообще, как сказать, небо и земля. Это графика, это, конечно... Графика скаканула вперед. И она не может идти дальше, Ворота пока заняты. Не появятся, я например, новые открыть. Виды консоли. А вы меня прикрываете. PlayStation 4 или Xbox какой-нибудь там. Пока они не появятся, новые игры, даже самые лучшие графики, они все равно будут такие. И самые лучшие. Я почти сейчас, закончила. Скорее всего. Вот мочите сразу этого, да, мне все убили. Потому что он кидается этой фигней, гранатами, я так их буду называть. Это очень хорошее оружие. Мы его тоже возьмем.